Пятница. Сегодня ночью будет массовая эволюция. Сегодня будет еще все пиздец по-любому. Ломается голос, растут кедесеры, разбойник иллюзий, как у зверей. В повседневной жизни просто незаменим, как отвечать за слова, так и пиздить за глаза. Да и начальство все проще лизать за место пары рук, две цепки клешни. Листать книги и писать нереально, конечно. Зато удобно держать рукоять ножа и жестяную банку малого литража. Пара посеточных глаз, смотрящих в стороны, способны различать только белое и черное. Узкий цветовой спектр, никаких оттенков. Любому событию однозначная оценка. Мозг как кубка, мысли пластилин. Быстро впитывают дерьмо из стены. И все идет к тому, что этот орган когда-то отвалится, как бесполезный придаток. Кажется, он стесняется нам сказать, что он поживается пару дней назад. У эволюции твоих четкий механизм. Какая жизнь, каков организм. Кажется, он стесняется нам сказать, что он поживается пару дней назад. У эволюции твоих четкий механизм. Какая жизнь, каков организм. Пока еще разума не занята никем. Патологическую я не победит. Если ты согласен, что мы в тупике, подними вверх. Опа, папа, папа, папа. Пока еще разума не занята никем. Патологическую я не победит никак. Если ты согласен, что мы в тупике, подними вверх. Опа, папа, папа. Нам пора апгрейдиться, а иначе как же. Ведь тяжело приходится без оценить и качеством. Я вот залезу в комнату, покроюсь плеврой горкой. Я прошу тебе какой-нибудь полезный орган. Например, щупальцы, пара тоже ножи. Не полностью брюшной, аккуратно сложенную. Несколько рядов присосок, покрытой кожей, чтоб дотянуться до еды, ночевали лежа. А половые органы, это примитивно. Давайте будем раздражаться вегетативно. Дома, на работе, да хоть на улице. А те, кто будет против, сами отпачкуются. Представь картину, росянки на лицо. Герани папоротник, брызгают пыльцой. И на отдале, нежно шелестят листвой. Заглатывает огромный эвалиптус. Больших усилий, чтобы включить комп и открыть Google Mozilla. Эти простые действия все легко осилимы. Homo sapiens уходит, я твой фильм. Кажется, он стесняется нам сказать, что он пожил яйца пару дней назад. У эволюции парень четкий механизм. Какая жизнь, каков организм. Кажется, он стесняется нам сказать, что он пожил яйца пару дней назад. У эволюции парень четкий механизм. Какая жизнь, каков организм. Пока еще разума не занята никем. Патологическую мы не победим. Если ты согласен, что мы подними вверх. Опа, папа, папа. Пока ниже разума не занята никем. Патологическую мы не победим никак. Если ты согласен, что мы в тупике, подними вверх. Опа, папа, папа.